Разве не стоит делать выставку лет 7-8 назад? Нет! Нет! Я не знаю почему. Ты училась в архе? Нет. Не училась? Нет. Ладно, меня отвлекают. Да. Вот, идея в том, что мне кажется, что я с тобой знаком, но на самом деле нет. Ну не важно. Пускай начнем с чистого листа. Ну, теперь какой-то, знаете, я себя чувствую как в комнате. Хотя я думаю, что я тебя знаю. Ну не важно. Ну я все как-то. У меня все бабушек начинает. Ладно, единственное, что я хотел сказать, что то, что ты сидишь перед зрителями и отвечаешь на их вопросы. Это очень откровенно и честно. И очень хорошо. Вот. Я думаю, каждому концептуальному художнику современному надо делать такие перформансы. Время. Спасибо. Спасибо.